4 апреля по традиции нашего клуба выезжаем в Купель. Мы каждое воскресенье ездим. Ждем. Не устану повторять всех желающих красногорцев, спортсменов клуба, наших родителей, точнее родителей наших детей, присоединиться к нам. Запись идет в пятницу. Большой автобус с нас вмещает 33 места. На это тратится всего лишь 1,5 часа. В 11 выезд, 12:30 приезжаем обратно. Ну что ж, окунемся. Ведь только человек со стержнем способен напомнить. Найди в себе силы бороться и помнить. Тем, кто рожден летать, не суждено ходить под солнцем, рекордами поставив под сомнение законы физики. Приехали мы в село Дмитровское Красногорского района. Ехать от клуба Ярофул минут 15 на автобусе. Сегодня нас человек 16. По себе скажи, горы, море, лес. Вот здесь лес. Скоро здесь все расцветет и будет замечательно. А на данный момент пока будем купаться. 4 апреля 2021 года Ярополк в количестве 18 человек прибыл в очередной раз в Купель. Окунемся. Холодная вода повышает не только иммунитет, но и настроение. Ух, хорошо как! Правда в том, во что ты веришь, есть главная сила. Россия ждет героев, имя же века хранимое. С таким потенциалом духом ни разу не дрогнул. Молодые парни защищают свободу народа, не отступая от своих принципов, это поддержит. Когда не будет сил стоять против сотни издержек, несовершенство общества, но ты ведь можешь сделать мир капельку добрее, опираясь лишь на честь. Смена и работа с душой патриота, сквозь время и боль покоряет новые высоты. Что на пути к Олимпу им являются преградой, победа над собой важная награда. Вера в то, что ты делаешь, любовь к России нас делают сильнее, духовно поднимая выше. Вот те слова, что составляют сегодня Россию. Ради нее ты должен оставаться сильным. Вера в то, что нас делает сильными, с любовью к России, духовно поднимаясь выше, зов души. Духовно поднимаясь выше, зов души услышим, к тебе обратись. Твоя сила воли. Как думаешь, что существенно отличается твои одноклассники от тебя с учетом того, что ты занимаешься в Ярополке? Конечно. И чем они отличаются от тебя? Они думают, что они вырастут и поедут за границу жить. А я останусь в России, потому что я люблю свою родину и уважаю. Я вообще... Это было, кстати, молодец. Я даже не ожидал, что так вот. Значит, все-таки, вот видите, работа наша идет не зря.